Добрую елку провели для ребят, находящихся на лечении в детском стационаре на бульваре Любы Новоселовой. Сегодня здесь находится 41 ребенок в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Заболевания самые разные – бронхиты, пневмонии, расстройства желудочно-кишечного тракта, головные боли. Но все дети, а также их лечащие врачи надеются на скорейшее выздоровление. Все настроены вылечиться, поправиться и пойти домой встречать Новый год. А пока Снегурочка с Дедом Морозом развлекают малышей и подростков. Загадывают им новогодние загадки, водят хороводы. Я уже не первый раз в роли Снегурочки, но мне очень доставляет большую, огромную радость видеть глаза детей, как они счастливы. И у меня у самой появляется такое, знаете, новогоднее настроение. Акцию «Добрая елка» уже второй раз проводит окружная общественная палата. Совместно с директором коммунальной службы ЖКХ Назарьева Иваном Чижовым и заместителем главы администрации Одинцовского округа Михаилом Каратаевым, который выступает в роли Деда Мороза. Сюда мы уже второй раз год подряд приезжаем и традиционно поздравляем именно деток в больнице для того, чтобы они почувствовали тепло и волшебство Нового года. С Новым годом! В завершение праздника Дедушка Мороз вручил новогодние подарки детям, сфотографировался с ними на память и поспешил на другой праздник к детям с ограниченными возможностями здоровья в Одинцовскую школу «Надежда». Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».